Такое существовало в грузино-абхазском конфликте, называется народная дипломатия. Помимо этого, каждый четверг в течение 20 лет почти проходили так называемые чубурхинские встречи, когда вот эти люди с абхазской стороны приезжали, полевые командиры какие-то с грузинской, они садились, разговаривали, и в принципе это результат дало нулевой. Потому что такие вещи, вот народная дипломатия вообще по конфликтологии, должна происходить после того, как конфликт получил или политическое решение, или совсем глубокую заморозку. То есть мы можем теоретически об этом рассуждать, это правильные вещи, но практически это не работает. Это показал не один. В Южной Осетии точно такие же вещи делались, да? Тем более вы хорошо знаете, да, там, архитектонику конфликта в Грузии. Вы с ней знакомы не понаслышке. Так вот, проблема в том, что это правильные вещи, но не на этом этапе. На этом этапе, коллеги, надо добиться политического урегулирования.